помолимся святым Розарием. И в Иисуса Христа, единственного Его Сына, Господа нашего, который был зачат Святым Духом, рожден в Деве Марии, страдал при Понтии Пилате, был распят, умер и был погребен, сошел в ад, третий день воскрес из мертвых, пошел на небеса и восседает на десной у Отца всемогущего, и оттуда придет судить живых и мертвых. Верую Святого Духа, Святую Вселенскую Церковь, общение святых, прощение грехов, воскресение тела, жизнь вечную. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле как на небе. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобой. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Третья радостная тайна, Рождество Христово. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Благословен ты между женами и благословен плод чрева твоего, Иисус.